Первая точка – заводское шоссе. Ремонт здесь начали в декабре прошлого года. Перекладку коммуникации на участке должны завершить уже к концу июня. На объекте работают 25 человек. Восстановить дорожное покрытие подрядчики планируют в конце сентября. Глава города поставил задачу сократить сроки и завершить ремонт до начала осени. Улица имеет стратегическое значение, мы об этом неоднократно говорили. И кроме того, хочу подчеркнуть, что за губернатором Николаевичем Меркушкиным поставлена задача все мосты связать через эту дорогу. Поэтому к выполнению этой задачи мы уже подошли вплотную. У нас есть понимание, как это будет все организовано. Глава города проверил, как идет ремонт и на четвертой очереди набережной. Здесь рабочие в график укладываются. По проекту после ремонта на этом участке набережной появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, бульвар с велосипедными дорожками, современная инфраструктура, а также новый трехуровневый фонтан и амфитеатр. Сейчас на участке завершают укладывать коммуникации. Сделано практически 80% – это ливневая канализация, 30% – водопровода и фекальная канализация – это порядка 40%. До 20 июня этого года все работы по коммуникации будут закончены. Работу подрядчиков на набережной контролируют не только специалисты администрации, но и общественный совет района. Пока у активистов претензий нет. Глава города поручил подрядчикам выдать членам общественного совета временное удостоверение, чтобы они смогли контролировать ремонт и дальше. Завершить ремонт четвертой очереди набережной планируют до конца года. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.